Русские императоры не раз посещали наш край. Это было связано с важными событиями – русско-турецкими войнами, с Крымским сражением, началом Первой мировой войны. Михаил Федорович Романов взошел на престол 21 июня 1613 года. Торжества по случаю 400-летия дома Романовых пройдут под эгидой Тираспольско-Дубосарской епархии при поддержке правительства и госадминистрации Тирасполя и Бендер. Приднестровская Молдавская республика – это то государство, в которой бережно хранится вся историческая память. Мы не боремся с историей, и все события, которые имели место, они должны быть реально отражаться в учебниках, в мероприятиях. Первый день праздничных мероприятий приходится на 12 июля. Большой православный праздник – День Петра и Павла. В монастыре имени этих святых пройдет божественная литургия. Помимо этого будут еще, значит, молебные пения, крестный ход, открытые некоторые мемориальные, значит, доски с тем, чтобы напоминать следующим поколениям, что вот такая часть истории случалась и в нашем родном сердцу крае. Мемориальные доски в память пребывания русских императоров откроют на железнодорожных вокзалах Тирасполя и Бендер, на территории Свято-Введенского Пахомиевого монастыря и у Пушкинской аудитории в Бендерах. Второй день торжеств откроет литургия в церкви Александра Невского. Также планируется проведение концерта духовной музыки, исполнение замечательного коллектива государственного хора Приднестровской Молдавской Республики, а также научная конференция на тему «Династия Романовых и российская государственность». С 12 июля библиотеки и музеи Тирасполя и Бендер приглашают всех на тематические выставки, а 13-го в киноконцертном комплексе «Тирасполь» пройдет фильм об истории династии Романовых. Анна Бугаева, Ирина Полесика, Первый Приднестровский телеканал.